Глава 14. Я посмотрел и увидел ягненка. Он стоял в Ресион, и с ним было 144 тысячи человек, у которых на лбу было написано имя ягненка и имя его отца. Я слышал шум с небес. Он напоминал одновременно рев водопада, раскаты сильного грома и звук, который производят арфисты, играющие на своих арфах. Они поют новую песнь перед троном, перед четырьмя живыми существами и перед старейшинами. Эту песнь не мог никто выучить, кроме 144 тысяч искупленных с земли. Это были те, кто не осквернил себя с женщинами, оставшись девственниками. Они всюду шли за ягненком, куда бы он ни шел. Они были искуплены из всего человечества и освящены как первые плоды для Всевышнего и ягненка. В их словах не нашлось никакой лжи. Они непорочны. Потом я увидел еще одного ангела, летящего посреди неба. У него была радостная весть, которая вечна, чтобы провозгласить ее живущим на земле, всем нациям, родам, языкам и народам. «Бойтесь Всевышнего!» Громко говорил ангел. «И воздайте ему славу, потому что наступил час суда его. Поклонитесь создавшему небо и землю, море и источники вод». За ним следовал второй ангел. Он говорил. «Пал! Пал великий Вавилон! Он напоил все народы доводящим до безумия вином своего разврата!» Вслед за вторым ангелом последовал третий ангел. Он громко говорил. «Кто поклоняется зверю и его изображению, и кто принимает печать на свое лоб или на руку, тот будет пить вино ярости Всевышнего, вино неразбавленное, приготовленное в чаше его гнева, и будет мучиться в горящей сере на глазах у святых ангелов и ягненка для поклоняющихся зверя». «Пусть это будет призывом к святому народу Всевышнего, тем, кто соблюдает повеление Всевышнего и верен и все проявлять терпение». И я услышал